Петро Порошенко, президент України, виступив перед народними депутатами. Було озвучено кілька цікавих тез, а їх разом з експертами ми обговоримо за кілька хвилин. Є у нас термінова новина у ці хвилини. В Одесі проходить чергова спецоперація СБУ. Люди у цивільному і бійці одного зі спецрозділів затримали невідому групу осіб. На місці події знаходиться наш кореспондент Надія Бондаренко. Надія, розкажи, де ти знаходишся і що там відбувається? По словам очевидцев, сегодня в районе 15.00 в курортном переулке, в районе парковки, произошла спецоперация СБУ. Вооруженные сотрудники СБУ задержали троих мужчин. Один из них попытался бежать, но его задержали. А вооруженные сотрудники СБУ окружили кольцом задержанных, положили лицом в асфальт. От комментариев они отказываются, ссылаясь на следственные действия. Вот по настоящий момент происходят следственные действия. Подробности мы узнаем позже. Пока это вся інформація на текущий момент. Студія. Спасибі тобі. Нагадаю, це була наша Надія Бондаренко з місця проведення операції СБУ. Відзначимо, що за останні дні це вже не перший подібний захід. Днями був затриманий начальник одного з управлінь Одеської митниці за підозрою отримання хабара. Також співробітники СБУ провели затримання високопоставленого поліцейського чину. Подробиці ці операції дивиться вже у найближчому випуску новин. Ну, а ми переходимо до тієї ситуації, яка сталася вчора у Києві на вулиці Шолуденка. Відбулася сутичка спецназу НАБУ зі співробітниками спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Силовики приїхали відбивати своїх детективів, які начебто намагалися встановити обладнання для прослуховування в кабінеті керівника САП Назара Холодницького. На цю тему будемо говорити разом з нашим гостем. У нас у студії Григорій Козьма, головний редактор видання «Громадське слідство». Григорію, вітаю вас. Здравствуйте. Давайте на початку розмови подивимось фрагмент вчорашньої сутички. Алло! Успокойтесь! Спокойно, оружие уберите, тут тоже оружие есть. Зачем вы начинаете? Закрывайте. Вы там человека заблокировали, что вы делаете? Заблокировали там человека. Там человек стоит. Да убери руки, не снимай. Отойдите на 10 метров. Там человек стоит. Наесть на человека, стой! А что? Что? А что вы так по-борзому начали? Типа. Спокойнее надо было, мы все, вас уже отпускали. Слышишь? Хорошо? Давай назад. Ребята! Давай назад! Ребята, отпусти полицию, я сказал! Полиция? Отпусти полицию! Полицию отпусти! Успокойтесь! Успокойтесь, что вы думаете? Отож, це лише фрагмент тієї сутички, яка відбувалася вчора між працівниками НАБУ і САП. Треба додати, що керівник НАБУ Назар Артем Ситник їхав до Верховної Ради для того, аби відзвітувати перед народними депутатами, але скасував свою поїздку і поїхав ось на місце цієї події. Навіть народні депутати хотіли їхати до Артема Ситника, аби той нарешті відзвітував. Дуже дивно спостерігати за тим, що у нас відбуваються такі ось розбірки між антикорупційними органами. Дело в том, что это называется конфликт компетенций или в моем понимании это столкновение менталитетов. Старые правоохранительные органы, привыкшие к монополии на любую деятельность, в том числе правоохранительную, на проведение спецопераций, столкнулись с органом, который, в их понимании, не вмонтирован в систему. Не отторжение в адрес НАБУ наблюдается у Генеральной прокуратуры, у САП, у Службы безопасности, у МВД, как к органу, который
представляет для них определенную угрозу. В моем понимании, я смотрел хорошо вчера этот ролик, и автор того видео, которое мы смотрели первый раз, я так понимаю, является сотрудником... Зараз мы можем башню. Является сотрудником полиции, который кричит «Отпустите полицию». Во-первых, можно увидеть людей из спецподраздела НАБУК, одежда которых явно говорит о том, что они имеют отношение к НАБУ. Спецоперация по установке какого-то оборудования не может быть сорвана ни участковым, ни другими органами. То, что есть конфликт компетенции, это однозначно. Я считаю этот случай провокацией против НАБУ в связи с тем, что, во-первых, НАБУ заявила о подозре одному высокопоставленному чиновнику, и в итоге мы видим, в принципе, по западному, так сказать, сценарию, правильную, так сказать, провокацию. Кто не знает, что там случилось, значит, в итоге автобус СБУ оказался участником ДТП, а сотрудники спецподраздела НАБУ вместе с человеком, который осуществлял там внедрение спецоперации, ушли с места происшествия. Я считаю это показателем того, что более, так сказать, продвинутый, да, специализированный орган вышел из этой ситуации лучше, чем были готовы представители старых образцов правоохранительных органов. И данный факт, я считаю, попыткой сорвать спецоперацию. Конфликт компетенций между специализированными антикоррупционными органами и старыми, привычными, классическими, мы наблюдали в соседней стране, в Румынии, где во время, на период становления ихнего ДНА как такового легендарного антикоррупционного офиса, в это время я там жил, так сложилось. И вот этот конфликт компетенций, дискредитация, срыв авторитета, срыв спецоперации НАБУ, это наблюдали. Но наступил момент, когда уже общество практически списало со счетов всю деятельность детективов как таковую, что они ничего не сделают. Наступил день, когда одновременно в стране проходило 56 обысков у очень высокопоставленных, не у чиновников мэрий, не у обычных там чиновников, а у топовых коррупционеров, у префектов. И вот это, так сказать, группа там тетушек или обслуживающих чиновников, лиц, которые бегают и спасают, были поставлены перед фактом, что все обыски проходили одновременно. Они не знали, куда бежать и кого спасать. И тогда для соседней страны наступил, так сказать, этот случай бросил страну лет на 10 вперед в антикоррупционной борьбе. Ви кажете, що це була провокація проти НАБУ з боку кого? В моєму розумінні, це була провокація в адрес НАБУ з сторони СБУ і спеціалізованої прокуратури. Чи не дивує вас те, що ця сутичка сталася саме у день, коли мав звітувати перед народними депутатами керівник НАБУ Ситник? Абсолютно вірно. Поэтому я даний інцидент називаю провокацією, потому що він направлен на спровоцировать искусственную ситуацию, которой бы при нормальном стечении обстоятельств не было. Поэтому я ее называю провокацией. Данная провокация, очевидно, преследует срыв отчета главы НАБУ, очевидно, преследует создание негативного имиджа и, может быть, преследовала еще какую-то цель. Вот мы видим человека, который снимает на телефон, говорит «отпустите полицию», но, тем не менее, он себя ни разу не представил, что я являюсь там сотрудником таким-то, здесь по заданию такому-то, такому-то, предъявите, пожалуйста, документы. Или он забегает за автобус и кричит «а, не бейте человека», хотя там никто никого не бьет. То, что его сбило потом машина, это да, это да. Но мы имеем имеет место спецоперация, где при явных признаках принадлежности к НАБУ, я думаю, что полиция тоже должна относиться с пониманием или выполнять просьбы спецподразделения, которые просят «отойдите» или «не мешайте, обеспечьте». Данный факт я считаю провокацией, и как минимум я лично вчера очень допоздна писал длинную статью, которую опубликовал и поделился ею в соцсетях, и считаю, что сегодня НАБУ имеет определенный кредит доверия к обществу, и общество... Я лично, как гражданин, как журналист, как член маленький, член общества, я пытаюсь информационно поддержать тот орган, который имеет
малейший кредит доверия к обществу. Если завтра она будет заниматься тем же, чем занимается сегодня полиция, я с таким же рвением буду утверждать и писать о том, что так нельзя. Но пока у меня, у моих друзей, у моих коллег есть определенный кредит доверия к НАБУ. И мы информационно всегда помогаем, освещаем их деятельность. Не потому что нам нравится НАБУ или нам НАБУ предоставила охрану, когда на нас было покушение, а потому что с 91 года по сегодня из тех правоохранительных органов, которые существуют в Украине, сегодня, к сожалению, только НАБУ претендует на определенную объективность. Поэтому я склонен помогать и содействовать. А наскільки ви вірите у ту версію, що працівники НАБУ намагалися встановити обладнання для прослуховування у кабінеті Холодницького? По тим версіям, які я читав в СМІ, що протягували кабель, я вважаю це абсолютно маразмом. Тому що сьогодні, в 21 веке, коли прослушуваюче устройство, для якого потрібно тягнути такий кабель, это, как по мне, абсолютно не соответствует действительности. И даже если это была спецоперация НАБУ по установке прослушивающего оборудования, конечно, никто не придет и скажет, извините, мы тут оборудование устанавливаем. Да? Мы видим на камерах, как сотрудник спецподраздела НАБУ просит, аккуратно, осторожно, отойдите. Мы видим провал провокации со стороны СБУ, их микроавтобус стал участником ДТП, и выяснять, что они делали на этом месте, я думаю, что будет интересно узнать, чем закончился данный факт. Я считаю, что спецназ НАБУ абсолютно адекватно, конечно, это немножко опасно. Считаю, что своего сотрудника, который был при выполнении поручения, если это было спецзадание, я думаю, что они правильно его забрали с этого места, так как мы не знаем, кто эти люди и кто они являются. То, что они заявляют, что они являются полицией, это нужно еще установить. И никто им не мешал представиться, сказать, извините, я оперуполномоченный такой-то, такой-то, я здесь по такому-то, такому вопросу. Мы видим человека, который истерически бегает и кричит, отпустите полицию, я полиция. Внешних признаков принадлежности к правоохранным мы его не видим. Он в костюме. Я данный факт считаю, я наблюдал такие ситуации в соседней стране. Я о них писал очень часто на других языках, о конфликте компетенций между Генеральной прокуратурой, между классическими правоохранительными органами. НАБУ появилась как помощь Запада нам в борьбе с коррупцией. Коррупция — это тот феномен, который встречается в органах власти, в том числе в правоохранительных. Поэтому неудивительно, почему МВД, Генпрокуратура, САП имеют определенную нетерпимость к НАБУ. Потому что НАБУ для них является определенной проблемой и возможным органом, который однажды может постучаться в дверь. Чи може фіналом цієї історії стати відставка Ситника і Холодницького? Мені тяжело сказати, може ли це, але дана провокація недостаточно сильна для того, щоб спровоцировати відставку кого-то з них. Я вважаю, що, може бути, вона преслідувала більшого резонансу, але именно действия спецназа НАБУ, что они забрали оттуда сотрудника, которого СБУшники хотели задержать, и то, что использовали, так сказать, провокацию сделать микроавтобус СБУ участником ДТП, а самим, так сказать, покинуть место происшествия, я считаю это определенным признаком профессионализма, и то, что сбили человека, немножко, да, но это как бы, вот это подлежит критике. Это, нужно было этого избежать. Так, в принципе, я считаю, что спецназ НАБУ абсолютно верно забрал с места риска своего сотрудника, который был при выполнении. И полиция, прокуратура, СБУ должны привыкать к тому, что есть, так сказать, грубо сказать, на этом рынке еще участники, которые, если являются при исполнении спецоперации, то бегать с телефоном, прячась за автобусом, кричать «отпустите» или «тут человека бьют», этот видео, как по мне, играет против тех, кто инициировали провокацию. Кроме того, что сбили человека на микроавтобусе, я больше противоправных действий со стороны НАБУ не вижу. Що ж, я дякую за вашу думку. Григорій Козьма, головний редактор видання «Громадське слідство». Разом з ним обговорили ту ситуацію, яка вчора сталася у Києві. Нагадаю, це була сутичка між працівниками НАБУ і САП. Сьогодні Петро Порошенко
звітував перед народними депутатами України, що вдалося зробити за останні роки, які є плани на найближче майбутнє. А подробиці дізнаємося зараз від нашого кореспондента Богдана Красавцева, який зараз з нами на зв'язку разом з народним депутатом. Богданом, тобі слово. Вітаю. Будемо говорити з Марією Іоновою, народним депутатом України. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте послання цьогорічне президента? Ну, оцінюю дуже високо, тому що ті основні виклики, які стоять перед українською державою, в принципі, перед всім цивілізованим світом, сьогодні були викладені. Також були, скажімо так, відразу пропозиції надані. І якраз ви знаєте, що тільки що відбулось успішне голосування в першому читанні. Ми направили до Конституційного суду зміни до Конституції щодо євроатлантичної інтеграції. Це питання незалежності. Питання єдиного напрямку. Це також сьогодні президент зазначив таку нашу духовну незалежність, те, що стосується Української помісної церкви. Сьогодні були визначені і відзначені успіхи нашої української армії, і ми далі її будемо посилювати, і посилювати саме сектор безпеки. І ви знаєте, скільки вже було проголосовано і змінено в секторі національної безпеки. Те, що стосується угоди про асоціацію, також президент відзначив і запропонував свою допомогу уряду і парламенту, тому що він хотів би, щоб темп був трошки пришвидшений. В цьому ми його підтримуємо і, повірте, дійсно дуже намагаємось плідно працювати для того, щоб цей темп не тільки був швидкий, але й якісний. Але окрім адаптації, ми, звичайно, зацікавлені ще в імплементації. Нам необхідно, щоб люди вже відчули, і бізнес вже відчув, що є угода про асоціацію, які переваги, зона вільної торгівлі. Гостро було піднято питання те, що стосується землі. І тут, повірте, скажімо так, такі популістичні заклики, вони мають бути зменшені, особливо в такий період передвиборчий. І нам всі запобіжники і правильні законопроекти треба прийняти, але, звичайно, тільки в інтересах української держави. Те, що також почули, це небезпеку по кібербезпеці, по втручанню Російської Федерації в вибори, тобто наскільки ми будемо змінювати також і кібербезпеку, освіта, мова, що дуже важливо. Тому всі головні якраз аспекти були підкреслені, є з чим працювати і, скажімо так, часу мало, хотілося б більше результатів, ніж розмов. Я тоді бажаю успіхів вам і вашій фракції. Нагадаю, Марію Іонову, народний депутат України, студія. Дякую тобі, Богдане. Чекаємо нових включень. Богдан Красавцев з Києва. Нагадаю, сьогодні президент України виступив перед народними депутатами.